Человек отличается, в общем, от животного тем, что он может сопричастным быть к таким событиям. И вот такие события, они объединяют людей, позволяют пережить наше общее горе, и поэтому чем больше таких событий будет, тем лучше для нашей страны. Это ведет к оздоровлению, это ведет к тому, что мы становимся добрее к людям, а для нашей страны сейчас это очень важно.